Ну и что же, ребята, сейчас мы с вами скрафтим быстренько вот такую штуку. Ой-ой-ой, что это такое? Ты невидимый, ты да? невидимый. Ну, у древа ничего не вылетает, вылетает только у меня. Тут мечи в печках плавить надо, понимаешь? Если ты любишь смотреть интересные, а самое главное, качественные видео по SkyWars, то ты просто обязан подписаться на канал Виспера. Также сейчас на его канале проходит офигенный конкурс на 10 лицензионных аккаунтов Майнкрафта с полным доступом. Заходи и участвуй, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дедмал, с вами Сидрев, поздоровайся! Всем привет, ребята! И сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт на нашей сборке с модами на версии 1.7.10, и в этой серии мы с вами будем крафтить офигенную штуку под названием Elemental Sword Handle, и что мы еще будем крафтить? И мы еще будем с вами, друзья, крафтить печки. Да, ребят. Мы добавили мод на печки, и этот мод просто реально очень крутой. Тут есть алмазная печка, железная печка, также есть у нас печка сада. Там но самое главное, ты забыл уточнить, печки у нас улучшаются с каменной до железной, с железной до золотой, с золотой до алмазной и так далее. В общем-то, ребята, сегодня мы это с вами проверим прямо таки сейчас. И что же для этого нам понадобится, Древ? Железо, так. Давай я одну печку скрафчу, ты вторую, и мы сделаем с тобой две печки. В общем-то, я беру печку, забираю эту печку, вот она лежит так, около тебя. Дай мне этот, ты железо. А? Ты железо ты у тебя. Забрал? Ты же все забрал. Нет, я сюда положу железо. Его здесь нету. А где железо? А, в смысле? У тебя нет железа? А вот она, короче, это, обратно почему-то это поставилась. Так, в печку? Давай, бери сундука. Да. Давай мне железо мне. А, ты сундук уже положил? Хорошо, в общем-то, ребят, берем железо и крафтим, естественно, печки улучшенные. Посмотрим, что они из себя представляют. Собственно говоря, чувак, я уже начинаю это делать. Оп, и кладем. Всё, отлично, все. Скрафтил. Железная печка, ставь ее сюда. Вот, все. В общем-то, ребята, сейчас мы с вами узнаем, что же они из себя представляют. У меня есть 6 золота, я их кладу сюда. Чувак, тут еще и дополнительные слоты в этих печках. Да. Так, переплавляет она, в принципе, не так быстро, как я ожидал. Ну-ка, если это сделать так, то оно переплавит, скорее всего, сразу 2 штуки. И... Нет, нет, сейчас подожди, еще раз проверим, ну-ка переплавляйся, просто я тогда ее чуть позже положил в другой слот, и что же сейчас будет? Так, ну-ка. Подожди. Стоп, походу я знаю, что понял, если это сейчас мы с вами положим сюда и камень, вот так, да? Ну-ка, и будет ли переплавляться у нас сразу 2 руды здесь, интересно знать. И что мы видим? Так, и нет, ну не знаю, в чем проблема, в общем-то, она даже лучше не плавит, не знаю, в чем проблема, но, ребят, если что, вы напишите в комментариях, возможно, она в следующем апгрейде уже будет намного лучше, собственно говоря, хорошо. Окей, чувак, знаешь, кто там тпхаться? Смотри, как нам тпхнулся, смотри. Ты за что, это что было? Я не понял, почему ты убил нашего зомби домашнего? Это не домашний зомби, он нам портил серию прошлую, так что все. В смысле, когда, почему он нам портил, окей, хорошо. Они меня убивали. Да. Окей, собственно говоря, все. Сейчас мы с вами уже будем основывать цель на нашем Elemental Sword Handle. Я не могу постоянно с первого раза его выговорить. И для этого нам, естественно, нужны блейзовые палочки. У тебя есть блейзовые палочки? Ты можешь мне их, пожалуйста, дать? Я да, как раз таки. Надержи. Давай, я тебе. Там крафтится сразу 3 штуки. Сейчас как раз таки я скрафчу. Напоминаю, крафт у нас выглядит вот так. Нам еще нужен замечательный алмазик. Да, Древ, что ты хотел сказать? Да, и короче, всех девочек с 8 марта, и я для тебя делаю 7 марта подарок. На, держи. Да, это спасибо. Очень крутые спасибо. Штаны. В общем, ребят, я девочка, видите, мне Древ подарил штаны. Хорошо. Ой, правда, эта серия выйдет 10 или 9 марта, но это никого не волнует. Сейчас просто у нас 8 марта, так что мы вас поздравляем еще раз. В общем-то, все. Такие дела. Ну и что же, ребята, сейчас мы с вами скрафтим быстренько вот такую штуку. Она называется у нас, ну, я уже говорил, как она называется, все вы это уже прекрасно знаете. Перед этим крафтим порошочек. Сейчас как раз-таки у нас даже одна запасная штучка останется. Вот они, эти штуки. Древ, на тебе одну, держи. И, okay. Естественно, я сейчас себе тоже еще одну скрафчу, одну положу в сундук. И теперь ты можешь нажимать на Г-русскую и смотреть, что же крафтится. И все, что ты хочешь, можешь как раз-таки прямо сейчас себе уже начинать крафтить. В принципе, я, наверное, скрафчу. Я даже не знаю, что крафтить. Знаешь, такой выбор, да, интересный, заманчивый. Ну, да, так. Тут у нас не очень интересно. Я, наверное, знаешь что? Так, земляной. Так, 23 дамага медь, чувак. 23 дамага. А как это крафтится штука? Ё-моё! Где чувак, тут мечи в печках плавить надо, понимаешь? Ну, ребята, знаете что еще? Мы сегодня добавили мод под названием, не помню, что там с лазуритом связано. И смотрите, мод, знаете сколько? 60 атака дамага, понимаете? 60 просто, 60 дамага меч. В общем-то, мы, возможно, стремиться будем к нему. Так что, думаю, нам с тобой алмазный меч тот крафтить будет бессмысленно, так как он у нас без всяких стихий, без всяких дополнений. Нам придется с тобой крафтить мечи более-менее интересненькие. Вот, например, Dark Sword тот же самый. Он нам будет давать что-то интересное уже под конец. Точнее, не под конец, но когда будем сами жать на правую кнопку мыши, они нам будут давать какие-то интересные свойства. Я хочу себе, знаешь что, скрафтить? Я хочу себе крылатый меч скрафтить, который у нас, получается, дает плюс 7 дамага. Мне, получается, нужны перья. Или, подожди, стоп, какие тут еще мечи есть? А я хочу, мне что-то, знаешь, мне прям охота какой-то блейзовый меч скрафтить. Да? Блейзовый, давай, блейзовый. Нет, чувак, знаешь, какой я обсидиановый дарк меч себе скрафчу? Мне, получается, нужно сейчас обсидиан. Что тебе, так, получается, да. нужно для этого? Мне нужны блейзы, я поэтому пошел. На, держи, давай, у меня есть для тебя блейзы, да. Давай. У меня есть для тебя блейзы, я сейчас быстренько возьму себе обсидиана.
И в принципе мне еще у нас железо, которое у меня как раз таки находится у себя в инвентаре. Это очень даже хорошо. Ну и собственно говоря, я быстренько все это сейчас себе скрафчу. Так, отлично, кладем, крафтим. И вот он у нас получается меч. И ребят, смотрите, Дреб тоже, если можешь, если хочешь за мной последи, смотри, так, что ща, у нас. Сейчас, подожди, подожди, я сейчас тебе тоже скрафчу быстренько. Давай, и к тебе пойду. Все, хорошо. Скрафчу. Мы с вами нажимаем на правую кнопку мыши, и получается у нас такая история. Оп! И чувак, ой-ой-ой, что о, это ты такое? Невидимый, ты да? Невидимый. Я да. Невидимый. И... А я чё? А ты я тоже чё? Невидимый, чувак. Это, знаешь, по радиусу. А нет, ты видимый. Нет, смотри, я снимаю броню, я снимаю броню, и смотри, я тебя могу теперь лупить. Ты меня сейчас не видишь, да? Нет, я тебе. Уже вижу. В общем-то, ребята, не знаю, что это дает, но, в принципе, прикольный меч. Ты видел, что это капец какой? Так, сзади стоп, крипер. Ой, крипер, крипер. Ну-ка, отошел, давай, отошел. Валим. А, чувак, ты его поджигал? Подожди. Да, да, да. В смысле? У меня, короче, меч на поджигание получается. Так, чувак, ты ж можешь теперь коров убивать спокойно и это, и у нас не будет жареное мясо. Кстати, нажми на правую кнопку мыши. На правую кнопку мыши. Окей. Нет, нет, прям это, зажми один раз просто. Оп, и все. Не, ничего. Не, ничего. Ну ладно, короче, окей, без дефекта. Хорошо. Так, а посмотри, его прокачивать как-то еще можно? Ну-ка, подожди, ща. Ё-моё, чувак, их прокачивать можно. Их можно. Да, их можно про. Ух ты! Вау, вот это вот просто жесть, реально. Да, я думаю, нам не помешало бы скрафтить столик зачарования, чтобы чарить эти наши самые вещи. Ну и также, ребята, мы хотим пройти мод на. Точнее, мод Майнкрафт, мы сам хотим пройти. А после этого, после того, как мы пройдем уже Майнкрафт, убьем дракона, мы уже будем, естественно, продолжать выживать с модами. Ну и мы и сейчас выживаем с модами. Нам нужен, знаете что? Очень нужен ваш совет. Какой вы хотите мод, чтобы мы добавили на другой портал, на другое измерение. Мы вот думаем, на сумме. Лес добавить, его уже многие снимали, уже он у всех есть. Возможно, вы знаете, возможно, у вас какие-то есть интересные, ну, моды на порталы, которые вы знаете, которые еще почти что никто не снимал, или же их снимали, но редко. Потому что, ребят, серьезно, это было бы очень нам интересно, и, естественно, вам, потому что, естественно, людям интересно смотреть те моды, которые еще мало людей проходили. И что же, чувак, нам нужно срочно сейчас это. Стой из зачарования. Да, я выпил, короче, со скелета лук. Мне? Так, ты его выпил, поэтому я тебе его дам. Да, давай, хорошо, а где он? Так, все, спасибо. Спасибо тебе огромное за лук. Собственно говоря, чувак, мне знаешь, что сейчас нужно? На тебе вот эту, иди за тростником, я пока что скрафчу нам этот. А, нет, мы сейчас ничего. А, это, а что я тебе дал? Подожди, я кожу тебе дал, да? Нам же нужна эта бумага для столика зачарования. Это же книжка. Так, значит, нужно идти. А, книжка. Нужно искать тростник. Так, там какая-то новая деревня. По-моему, мы в той деревне. Не, чувак, мы в той деревне с тобой не были. Я болтаю, пожалуй, тогда кузницу там. Так, а ты пока что же сходи куда-нибудь, может, что-нибудь тоже интересненькое найдешь. Почему-то я броню себе снял. Я думаю, что по мне так это дамажит мобы сильно. Окей, вот она, это наша кузница. И я надеюсь, что сейчас где-то я найду тростник себе. Очень сильно это надеюсь. И пока что здесь тростника, к сожалению, нету. Ладно, окей. Не в этом суть, как говорится. И окей, что у тебя, как дела там? Давай. Так, окей, на меня тут зомби во всю нападают на самом деле. Да? Так, окей. Я тогда сейчас их быстренько тут их убью, чтобы они мне не мешали. Давай, тащи. Так, вау! Ё-моё, чуть крипер не взорвался, окей. Так, где-то тут, по-моему, я тростник видел с этой... Да, вот он тростник, хорошо, срубаем его. Все, чувак, я добыл тростник, в общем-то говоря. Так, ты будешь чарить свой меч на вот этот, ну, на остроту, который 19 дамага? Ну, да. Не знаю. Или ты его хочешь на 30 левел зачарить, чтобы потом прям вообще, чтобы он... Ой, какой. Ну да, лучше на 30 левел зачарить. Ну, окей, а у меня... Я думаю, зачарить меч, который 19 урон наносит. Лучше на 30. Да, ну я про него тебе и говорю. А, ну да, вот, лучше вот. Его на 30, у меня краски сейчас, у меня 20-й. Чувак, у тебя есть топор? У тебя есть топор? У меня топора нету. Ты рядом? Я могу его скрафтить. Давай, крафт топор, ты поехали ко мне, тут в этой деревне же это, домики с книжками есть, и в принципе ты их можешь срубить. Вау, пока точно. Что. И мы с тобой как раз таки сразу уже можем крафтить на высокий уровень, так у нас будут книги, все такое. ТП, давай. Маусу. Ты уже скрафтил его, да? Тогда топорик скрафтил. Я просто походу ошибся, походу нету этого домика. Блин, с книгами. Окей, хорошо, ты поехал до дома, в общем-то. По-моему, кстати, у нас в сундуке же книги должны были быть. Ну-ка, и... Да, мы же лутали. Да, мы вроде лутали, только я почему-то их тут не нахожу. Либо я слепой, либо я... Да, я их не нахожу. У тебя нет книг? У меня почему-то вейпоинта опять нет. Я не знаю, что за... опять, короче, не работает. Ты ко мне. Не знаю, у Древа какой-то баг с картой. Возможно, потому что я хощу сервер. Да? Да, и все. У тебя что-то с этим случается, я не знаю, в чем короче, проблема. Короче, каждую серию мне придется ставить waypoints. Окей, хорошо. Ну, в любом случае, чувак, ты ко мне тпхаться будешь, мы с тобой играем вместе, так что это труда огромного не составит для тебя. И, собственно говоря, ребята, что мы сейчас видим тут? Чувак, смотри сюда! Смотри сюда. Вау, за нас зомби. В общем-то, ребята, опять у меня вылетела сборка. Дрефу у нас, в общем-то, опять ставит waypoint, также поставил. И, собственно говоря, ребят, мы с вами продолжаем. Я не знаю, в чем проблема. Может, вы знаете, почему вылетает Майнкрафт. Ну, по-моему, это не из-за того, что конфликтуют моды. Возможно, это из-за чего-то другого. Хотя, возможно, и реально и конфликты с модами какие-то у нас. Ну, это вряд ли. В общем-то, ребята, что я вам хочу показать. Смотрите, что у нас теперь в печке.
камень переплавился, золото переплавилось. Смотри, Древ. Оно, да, вижу. Оно по очередности плавится. Короче, мы кладем золото сюда и сюда, и получается, оно по очередности плавится. Золото переплавилось, после него уже начинается плавиться наш камень. И в принципе, это очень даже неплохо, я бы сказал. И что мы сейчас будем делать? Сейчас мы, повторяю, крафтим столик зачарования, но нам нужны книги. Нам бы очень сильно помешали книги. Алмазы у меня есть сейчас. У тебя книжка есть? На тебе, тростник, сделай, пожалуйста, книжечку. Книжки... Да. У меня нет книжки. Вот, я тебе сейчас дал. Сделай книжку, а я пока что буду думать, что же нам делать. Знаешь, куда я сейчас пока что схожу? Скинь мне топор, пожалуйста. Или ты сейчас крафтишь? Так, подожди. Так, топорик, да, держи. Да, топорик. Давай топорик. Так, ты, в общем-то, крафти. На тебе тогда все для этого, для столика зачарования. Я думаю, ты знаешь, как он крафтится. Ты знаешь, как он крафтится? А, столик, да, да, да. Да, все хорошо. Крафт, я пока что пойду срублю тогда дерево, потому что нам нужно дерево очень срочно, так как у нас уже. А, кстати, уже светает, прикинь, уже светло. И. Чувак, а где мой трикопитейтер? Или он, подожди, или он с этими блоками не распространяется? Если мы вот это дерево начнем рубить, да, вот с этими блоками работает. Так, сколько книжку? Одну книжку? Или там сколько? Стоп. Одна книга нужна. Одна книга. Да, да, да. Боже, я просто разношу этих мувов, не знаю, с этим мечом. Это очень хорошо. Окей, я продолжаю рубить дерево. Интересно. Давай, руби. И крафтим крафт. Стол. Зомби, уйди. Зомби, уйди. Зомби, уйди. Ой, боже, они мне мобы мешают крафтить. Что это? Обсидиан. Все, нашел. И просто сейчас момент истины, мы крафтим с тобой энчант стол. Так, а, стоп, а где же у нас книжки там были с этих? Мы же, я не знаю. Ну, может, мы все-таки не срубили, может, в принципе, нам стоит сегодня тогда пошастать по деревьям еще, чтобы уже, естественно, добыть себе много книг, нам очень сильно нужны книги. Так, хорошо, я срубаю чуть-чуть дерево, кстати, зачем? А, я сундуки хотел сделать, точно, я хотел много сделать сундуков для себя, точнее, для нас. Так, все, теперь иди ко мне, и мы сейчас... Давай, все, подхожу, так, вейпоинт за домом телепортируемся, ну и что же? Поставим куда-нибудь стол, давай подумаем. Давай подумаем, слушай, можно его поставить за домом, в принципе, где-нибудь? Да, на улицу где-нибудь, и там построим как раз-таки для него. Так, давай тогда сделаю основание, в общем-то, тут уже пойдут тогда книги, вот здесь вот так. Ставь его, знаешь, куда? Вот сюда. Так, сейчас, я думаю. Вот сюда? Вот сюда, да. Сюда ставь его за место этого. Все. Так, отлично, хорошо. Знаешь, что я сейчас зачарую? Я хочу зачаровать вот этот меч. В общем-то, все, поставили мы столик обсидиана. Опять вылетел Майнкрафт, ребят. Я не знаю, в чем проблема. Понимаете, вылетел Майнкрафт, что ты ржешь? Вылетел Майнкрафт, у древа пропал. У древа, понимаете, пропал обсидиан. Мне пришлось в геймоде опять ему дать обсидиан, и он бы все-таки скрафтил опять этот стул. И, собственно говоря, ребят, теперь все хорошо. Надеюсь, у меня теперь не будет вылетать. Я не знаю, в чем проблема. Майнкрафт вылетает. Я буду эту проблему решать после этой серии. Самый прикол, у древа сборка не вылетает. Какую фигу тебе сборка не вылетает, у меня вылетает. Ты что, офигел, что ли? Окей, хорошо, ребят, сейчас мы с вами будем шахтать по деревьям для того, чтобы... По деревьям, для того, чтобы уже, естественно, добывать книги для нашего дома. Древ, я скрафтил, точнее, забрал твой топор, украл, так что я буду с твоим топором бегать, добывать книги. И ты можешь тоже себе скрафтить топор опять новый и тоже побежать в какую-нибудь деревню и тоже найти себе немножко книжечек. Окей, я тоже бегу в деревню. Почему я смеюсь? Да. Ты просто это назвал не столик зачарования, а столик обсидиана. Окей, хорошо. Ладно, бывает что. Ладно, все, я бегу. О, я вижу деревню первую. Хорошо, отправляемся до туда, бежим до той деревни и, естественно, лутаем книжки наши. Я опять нашел деревню, и походу тут опять нет домов, в которых книги, понимаешь? Это как-то странно очень все. Но нет, я все-таки очень сильно надеюсь, что я найду сейчас дом с книгами. Нет, я не нашел этот дом с книгами. И тут как раз-таки поблизости еще одна деревня. И там, по-моему, есть этот дом, да, я вижу эту библиотеку. Чувак, если что-то пошнешься домой, я просто опять забываю про этот, про точки ставить. А, ну хорошо. Ну я тпкну потом, и ты ко мне тпкнешься, и все. Да? Ой, я, кстати, какую-то шахту нашел. Какую? Вот так вот. Да? Ну, какую-то. Ну, если что, потом сходим. В общем-то, ребят, вот он домик, отличненько, и заходим в этот домик. Ну, еще не заходим, я его уже на минимапе вижу. Должны... Да, книги, книжки? Только книги, и все. Он на минимапе выглядит, знаешь, такой, ну, квадратный слегка, знаешь, прямоугольный. Так, вот он, да, этот дом. Я точно уверен, что это тот дом, и в этом доме сейчас будут у нас книги находиться. А, подстраиваемся, все, я да, нашел вот они. Деревню. Сейчас так, сюда приду. Так, какой-то прямоугольный же, да? А, да. Ну ты, в принципе, сейчас его найдешь. Окей. Вот, все, да. Я уже добыл. Чувак, получается, если ты еще найдешь книжную полку одну, то все, у нас уже готово будет наш стол зачарований. Да. Ну, уже. Я нашел этот дом, в принципе. Или нет, подожди, или я туплю, или я реально нашел тот дом. Так, заходим, ломаем стекла, просить жителей. Да, это этот дом. Все, просить то, что я сломал твое стекло, я заделаю, наверное, знаете чем? Вот этим я заделаю это все. Раз, два, все. Как будто ничего не было, все хорошо, я вам залатал на ваше стекло. Теперь вы не будете меня ругаться. Все, я срубил книги, в принципе, все. Может даже не искать деревню. Я, короче, опять нашел большую шахту. Да? Ох ты. Да. Окей, хорошо. Все, я тпхся до дома, когда надо тебе будет, тпхся тоже до моего дома. И я сейчас как раз таки скрафчу уже досточки, досточки, досточки. По-моему, тут еще тоже доски есть. И да, вот досок нету. Ребята, Древ, подожди, 5 обсидиана в сундуке сейчас. 5? А, ну это нормально, да. 9 обсидиана же было, да, все правильно. Окей, хорошо, ребята, помните, я рубил дерево, его нету. Оно тоже пропало. Окей, придется сейчас опять сходить дерево срубить. Не знаю, ребят, в чем проблема. Действительно, просто какой-то баг, еще раз баг со сборочкой с нашей происходит. Ну ладно, окей.
Да, окей, короче, тут не было в этой деревне, короче, этого домика, да? Поэтому ну, я хорошо, ушел. Может, ты поехал ко мне уже, в принципе, я так, около дома. Там тебе не, там уже не нужно? Че? В смысле, да, ну, вот эти штучки. Ну, как, книги? Книги, вот, да. Да, нет, уже они не нужны, у меня уже все есть. Хорошо, все, я крафчу быстренько дерево, и все, отлично, сейчас я скрафчу их. И, собственно говоря, на этом мы с вами уже будем заканчивать нашу замечательную серию. Так, я напоминаю, ребят, пишите, какие моды нам добавить еще интересненькие. И также напишите, что же у меня за конфликт такой. Почему у древа все нормально, ничего не вылетает, а у меня все вылетает, в чем проблема? Добываем, добыли, в принципе, вот теперь точно мне уже хватит досок, я теперь отправляюсь опять до дома, до нашего, в японском телепортируюсь. Зачем ты камень делал? Кого? Ты камень делал. Я просто для теста поставил переплавить, вот, поэтому у нас получился да, камень. Да, весь уголь. А? Весь уголь, все. Да, весь уголь, как, ну ладно, хорошо, бывает. Все, так, ой-ой-ой, что-то я не то сделал, нет, не так, раз... Ладно, окей. Только так получается, это мы сюда ставим. Ну и в принципе все, наши книжные полки готовы. Получается, в принципе, уже все, да, я отправляюсь, крафчу, точнее, ставлю сюда. И оп, знаешь, оп, что оп, нам оп. Нужно сделать за серии с тобой? Что? Нам нужно сходить в шахту, потому что у нас шахта. Железо и все закончилось. Так, мы потом сходим уже еще. Че? Ну, в серии можно будет сходить. Там серии? Же много интересного в шахте тоже находится. Окей, все, можем крафтить на 28 левел. Нам еще одна книжная полка нужна. Но, в принципе, пока же 28 левел, мы еще. У нас 30 левел нету, так что мы в этом еще не нуждаемся. В скором времени мы добудем книгу. И в принципе у нас уже будет полноценная зачарование. Так сказать, комнатка. И на этом мы заканчиваем нашу серию. Ребят, будем разбираться с модами. Возможно, удалим этот мод, потому что, может быть, с этим модом что-то конфликтует. Может, что-то добавим. Посмотрим, ребят, в чем вообще проблема. И надеюсь, что в скором времени у нас все получится. Ну и повторяю, на этом заканчиваем. С вами был Дрэв Титмаус. На этом все. Спасибо за просмотр. Огромное еще раз спасибо за лайки, за ваши, потому что лайки очень сильно мотивируют на новые видео. И на этом заканчиваем. Спасибо за просмотр. Боже, я повторяюсь. Да? Ребята, это как обычно, это всегда у нас так. С вами был Титмаус Дрэв. Дрэв, прощайся. Всем пока, друзья. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока. Ай.